Эй, йоу, привет, а ты заметил, что у Лукманапа очень сильно упали просмотры? Мне кажется, что это все из-за запрета цитирования, из-за запрета реакций, постоянные письма, блокировки. В общем, ребята, не знаю. Надо разрешать реакции сразу же, в первый же день. Вот. Но это мое мнение. Как думаешь ты, пиши в комменты, мы с тобой будем сейчас смотреть азиатскую эстетику. Я только проснулся, время 8 утра, значит у меня шары слипаются еще. Но я делаю для тебя контент, погнали. Черный биммер, дымми, дымми, дымми. Папа in the building, Микушима с гимне. У нас тут своя хроника, уличная лирика. Вот такая. Мне нравится. Катя, черный биммер, дымми, дымми, дымми. Папа in the building, Микушима с гимне. Не волнует критика и вся ваша политика. Кадр вот этот офигенный, сверху с коптера прям. Лукманапа любит такие кадры, когда дорога и тачка едет сверху, прям прямой ракурс такой с неба, очень круто. Это моя азиатская эстетика. Отсылочка такая, как будто, знаешь, к треку «Не сегодня», когда он стоит спокойно, и сзади тоже чуваки стоят, только без зонтиков. «Не сегодня» же, да, называется трек? Кстати, прикольное вот это черное и золото всегда сочетается. Это чистый бомб. Ты знаешь, кто я знаю, кто есть кто. Я в обойме всегда, несмотря... Хаслер, топчик кадр, что он сперва общается в микрофон и, короче, такой, типа, пресс-конференцию дает, разворачивается и потом общается в стволы. Это прям, прикольно. Слушай, это задумочка хорошая. Я такого нигде не видел, слушай, прям... Гэнгста, motherfucking shit. Звонки на мой телефон. Тони Монтана ест золото. Много слов только по делу, алло. Люди пишут мне смс. Двигай даме тут, у каждого свой интерес. Концертные залы, подняты руки до небес. Неважно где, устроим лютый замес. Катя, черный диммер, дымми, дымми, дымми. Папа in the building, Микуши мозги мне. У нас тут своя хроника, уличная лирика. Вот такая азиатская эстетика. Катя, черный диммер, дымми, дымми, дымми. Папа in the building, Микуши мозги мне. Не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика. Жизнь всегда в движении. Я не могу взять перерыв. Сотни треков лишь аперитив. Мои люди должны быть сыты. Вот моя единственная мысль. Я всегда... Да, чё, Лукманапа? Мерс на бумер сменил. Рисую свою жизнь. Скручиваю особенный ризм. Я выдыхаю реализм. Выстраиваю четкий механизм. Ва-да-да-дэнк, ва-да-да-да-дэнк. Эй, listen to my name. Ну, прям босс, Лукманапа босс. Нравится мне его позиционирование. Ва-да-да-дэнк, эй, listen to my name. Лимита, go bang. А здесь как будто отсылка. Ну, не отсылка, возможно. Возможно, это я вижу. Типа в фильме «Таксист» Роберт Де Ниро со стволом стоит перед зеркалом и такой... Ты это мне говоришь? Ты это мне говоришь? Ну, прикольный эффект. Бойцы реальные это, кто знает? Или актеры? Не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика. Эстетика, эстетика. А, точно, мне в комментах писали, что этот трек на что-то очень похож. Откуда-то он спижен. Надо это срочно чекнуть. Давай. Значит, есть у меня один такой подписчик, контент, главное видос. Нашел отсылку такую на трек Хэмпрос, Сатива. Ва-да-да-динг, ва-да-да-динг, динг-динг. Ва-да-да-динг, да
Я делал реакцию на альбом Лукманапа, вернее не реакцию, а краткий обзор, это все по ссылочкам в описании. На азиатскую эстетику, как я и говорил, такой упор сделан. Потому что это именно словосочетание, название хорошее, трек хороший. Теперь еще и клип вышел. Единственное, почему-то мало просмотров. Поддержите у Лукманапа. Посмотри еще раз, другой, третий. Зайдите разом, посмотрите все до конца. Главное, досматривайте. Вот, увеличивайте статистику у Лукманапа. Мне, конечно же, увеличивайте статистику. Ставьте лайки и подписывайтесь, в общем. Как я и сказал, мне нравится позиционирование, что у Лукманапа молодой босс, гангстер, сидит за столом, вокруг золото, то есть на столе золото, вокруг все черное, он ест золото, в общем, Тони Монтана, лицо со шрамом, все дела. Как-то так, свое мнение я выразил, отсылки нашел, в общем, посмотрел, кайфанул, для тебя это сделал. Надеюсь, меня не будут просить удалять это видео на неделю или на две. Ребята, я не знаю, если так будет продолжаться, я прям очень редко начну снимать на Лукманапа. Вот, я даже общался с Ярославом Флок, если ты смотришь его, если Ярик смотришь, здорово. Вот, он сказал, что, блин, ну, тоже типа напрягает, даже не хочется снимать. И как бы... Ладно, не хочется эту тему поднимать, опять говно по трубам потечет. Меня зовут Саша Устайл, рахмат за просмотр. Салам алейкум.